Я дома и не с пустыми руками. Ты опять воруешь детей? Аж. Ну а как тут удержаться? Хватит. Как так можно? Она же совсем маленькая. Ага, от этого еще вкуснее. Вставай, малышка. Умница. И только попробуй к ней притронуться. Ну и зануда. Какая хорошенькая. Добро пожаловать в семью. Где вас носит? Вы вообще видели время? Нельзя опаздывать в первый день. Окей. Вечно она на нас кричит. Эй, почему не открывается? Я же вампир. Ха, ты это видела? Ха-ха, ну ты лозер. Надо было тебя съесть. Что? Не слушай ее, малышка. Аш! Аш! Ладно, беру слова обратно. Только не трогай меня. Мамочка, мне страшно. Крошка, не стоит бояться. Все через это проходят. Вот, взгляни. Вау! Давай потренируем твой укус. Я готова. Кусай сюда, прямо в шею. Хрусь и все. У тебя точно получится. Он что, пластиковый? Нет, я не буду. Ну что же такое? Постой, придумала. А вот и все, что мне понадобится. Сперва замешаем немного желатина. Теперь добавим красного пигмента для правдоподобности. Должна получиться густая и сладкая кровь. Теперь поместим наше лакомство внутрь перчатки, переливаем и оставляем до остывания. Готово! Да, то, что надо. Скорее в гостиную. Итак, поможешь мне? Конечно, мамочка. Главное, самой не порезаться. А теперь то, для чего мы так готовились. Кусай! Ничего себе! Отлично! Спасибо, мам. Было вкусно. Я ведь могу доесть? Пришли. Думаю, тебе это очень пойдет. Просто прелесть. Да, я тебя обниму. Тебе нравится? Мне не нравится. Какой прекрасный вечер. Ты согласна? Ага. Какая гадость. Фу. Мои... Что? Кто это сделал? Упс, извини. Тише, девочки, не ссорьтесь. Да я от нее живого места не оставлю. Тебе здесь не место. Лео, умойся и возвращайся. Давай. Мы снова одни. Давай, малышка, на чем мы остановились? Пип на нас. А теперь... Нет, не надо. Ну куда же ты, такая странная? Я же хотела налить ей сока. Очищаем зернышки от кожуры. Теперь набираем в шприц побольше ядрышек. Замечательно. Кому гранатовый фреш? Так мы не будем делать уколы. Нет, есть другой способ получить полезные вещества и витамины. Малышка, все готово. Угощайся. Надеюсь, тебе понравится. Очень сладко. Эй, детка, подумай о своих зубах. Как же ее отвлечь? Знаю. Может, ты хочешь пойти к дантисту? Аш! Дантист? Подумаешь, дантист. И что? Серьезно? Не сработало? Ну ладно, тогда я сама. Если есть много сладкого, то оно начнет есть твои зубы. Чтобы им помешать, нужно тщательно чистить зубы. Каждый день, понятно? Ну да, ничего сложного. Давай попробуем на макете. Смотри. Кариес так боится пасты, что сам убегает. И вуаля, чистые, а главное, здоровые зубы. Ну ничего себе. Если я буду чистить зубы, у меня будет так же. Тогда я в деле. Умница, дочка, не буду отвлекать. Ну да, лучше я поем. Я все вижу. Куда я его положила? Может, сюда? Да где же он? Юная леди! Мама! Присядь. Посмотри, у тебя же шнурки развязаны. Хочешь упасть и пораниться? Запоминай, следующий завязываешь ты и последние петельки. Давай пять. О, я знаю, кто должен упасть и пораниться. Лео, я знаю, как ты любишь пранки. Думаю, ты оценишь и этот. Посмотрим, какая ты акробатка. Мои ноги! Вот уморок, какая же ты неуклюжая.
Аля упала. Ну давай играть. Прекрати. Ох, знаешь, у меня есть кое-что для тебя. Не нравится мне это. Смотри, что у меня есть. Сейчас я все покажу. Ты ведь уже слышала о голограммах? Сейчас мы кое-что попробуем. Вау, как настоящее. Эй, куда она? Наверное, унюхала вкусняшку. Будешь? Это что, палец? Ну да, это самая вкусная часть. Какой кошмар. Ну что, семья, кажется, вы уже опаздываете. Идите, я вас догоню. Мы вовремя. Лео, ты присмотришь за сестрой? Все будет в порядке, мам. Постой, у меня есть подарок для тебя. Уверена, он тебя защитит и всегда будет напоминать обо мне. Я горжусь тобой, доченька. А теперь идите. Как тут красиво. Привет. О, и тебе привет. Что? Кто привел сюда это? Я разберусь. Лузер. Ой, ты в порядке? Чем займемся? У тебя что-то на лице. Оно что, не оттирается? Кажется, у нас проблемы. Идем со мной. Знаешь, я кое-что придумала. Сюрприз. Вау, это все мне? Как круто. О, это нам точно пригодится. Очиститель лица для русалок. Ты должна увидеть его в действии. Он просто творит чудеса с проблемной кожей. Я чувствую, как кожа дышит. О, ничего себе! Да я красотка! Ну, конечно, вся в меня. У тебя такие сухие волосы. О-о-о. Смотри, Ариэль! Где? Фух, кажется, я вовремя. Эй, давай посмотрим, что еще есть в бьюти-боксе. Думаю, твои волосы стоит познакомить с бигуди. Что? Сейчас сама все увидишь. Забудь о косичках. С этим приспособлением ты узнаешь, на что способны твои волосы. Теперь зацепим одну прядь. Попалась. Пропускаем прядь через обмотку. Повторим то же самое со второй прядью. Ну вот, готово. Всю жизнь мечтала так сделать. Будто я самая настоящая голливудская актриса. Мамочка, а можно мне сделать такие же глаза? Ну, конечно, милая. Давай подберем что-то стильное. Как насчет этого? Я хочу глаза рыбки. О, да, я вижу, у тебя есть вкус. Нашла. Давай приложим трафарет к веку и начнем закрашивать края. Главное зафиксировать трафарет, или рыбка поплывет. Вау, так красиво. Ты меня засмущала. Просто я мастер. Оу, надеюсь, у меня хватит сил на ее полное перевоплощение. Отложи пока это, дай гляну на тебя во весь рост. Это никуда не годится. Твой стиль получает дизлайк. Еще и эта юбка. Что же нам с тобой делать? Придумала. Подожди здесь. Дело серьезное. Девчонку срочно нужно спасать. Думаю, это подойдет. Мама, смотри, я осьминог. Дети такие смешные. Оставь дядю Паулу, примери это. Мне не нравится. Честно говоря, мне тоже. Идея, займемся кастомизацией. Сделаем из футболки топ. И немного морской тематики. Сетка? О, это идеально. Я так и знала, но это не все. Смотри, что у меня есть. Тебе очень пойдет. Давай разместим пару жемчужин на сетке. Немного водорослей. Ну вот. Совсем другое дело. Как же я рада. Когда все будет готово, тебе нужно будет окунуться туда. Давай начнем. Заливаем воду из розового моря. Добавим немного драгоценностей и ракушек. Ну и немного волшебного порошка. О, как красиво. Можно заходить? Конечно. Вау, такие необычные ощущения. Вау! Вау, у нас получилось! Просто супер! Идем, не терпится взглянуть на него во всей красе. Покажи хвост. Спасибо, мамочка! Это еще не все. С таким хвостом нужна чешуя. Если я правильно поняла, это нужно надеть на голову. Умница! Дальше я сама. Не бойся, сетка – отличный трафарет. Если хочешь, сделать чешую. Вау, так просто! Я тобой так горжусь! Эй, а это еще что? Будь осторожнее. О, нет. О, кажется, я попалась. А, позови на помощь. А. О, помощь уже здесь. Держись, я тебя спасу. Детка, будь аккуратней. Никто не заберет мою маму. Ох, теперь попробуй сдвинь меня с места. Ну, теперь можно расслабиться. Что?
Как это возможно? Стой! Полиция, что случилось? Мама попала на крючок. Понял. Никому не двигаться. Особенно тебе, стул. Спасибо, офицер Кевин. Рад служить. Вы наш спаситель. Мама, ты в порядке? Бывало и похуже. О, думаю, пора избавиться от этого. И знаешь, о чем я думаю? Кажется, самое лучшее время, чтобы вынести мусор. Приятного аппетита, рыбачки. О, а это им подарок, лично от меня. Эй, ваш заказ готов. Можете забирать. Ну что, плыви, моя хорошая. Ауч! Ну и кто устроил весь этот бардак? О, кажется, я догадываюсь, кто это мог быть. У меня идея. Девочке нужен органайзер. Закрашиваем жестяную банку. Теперь закатываем форму для мелков в воздушный пластилин. Отлично. Из белого пластилина скручиваем пончики. Это будут присоски осьминога. Теперь соединим их с главным стаканчиком. Почти готово. А сейчас возьмемся за мелки. Оборачиваем один край плейдо и делаем из него конец щупальца нашего осьминога. Теперь у всех мелков будет свое место. Вау, получилось даже лучше, чем я думала. Ух ты, что это у тебя? Держи, я сделала его для тебя. Из этого тоже можно кое-что сделать. Термопистолетом заполняем попыт. У нас должны получиться маленькие и аккуратные жемчужинки. Делаем с запасом. Когда клей застынет, можно доставать. Нанизываем на одну нить с жемчужинами. По-моему, у меня получился отличный браслет. Смотри, малышка, ну как тебе? Ты его только что сделала? Конечно, все для тебя, малышка. Спасибо, мамочка. Как твои дела? У меня есть еще один подарок для тебя. Диадема настоящей русалки. Вау, такая красивая. Совсем как мы с тобой. Я буду за тобой очень скучать. И я буду скучать за тобой, малышка. Не забывай про меня. Если что, ты знаешь, где меня найти. Что это? Ужас! Мозги! Не переживай, дорогая, я совсем разберусь. Ага, попалась. Дорогой, осторожнее. Где мои клыки? Они, мой трофей, зубастик. Мамочки, бежим, родная, поторопись. Мы в безопасности, нам повезло. А это еще кто? Приветики. Дорогой, что происходит? Привет. Привет, кажется, это твое. Какая жуть. Спасибо. Думала, забыла ее дома. Кстати, кажется, это ваше. Спасибо. Я уже думала отращивать новые. Я снова в деле. Дорогая, взгляни, что это? Мне так одиноко, а вы такие счастливые. Может, усыновите? Ну, конечно, дорогая, ты мне уже как дочь. Вам, мы же не откажем ей. Дорогая, ты слишком хорошо меня знаешь. Добро пожаловать в семью, крошка. Ты такая милашка. А что у меня на лице? Ой, это еще чье-то лицо? Фу, детка, да ты линяешь. А возраст такой. Ну, знаешь, у меня есть кое-что для кожи. Думаю, маска потянет твое лицо. Нет, ей так страшно. А теперь ты будешь страшно красивая. Давай откроем. Смотри, она как будто создана для тебя. Осталось немного подождать. Ну вот, пора посмотреть, что получилось. Снимаем. Вау, совсем не разваливается. Отлично. Раз мы теперь семья, то должны быть вместе. Ты ведь не хочешь, чтобы мамочка тебя прятала? Поэтому придется сделать новую прическу. У тебя такие густые волосы. Что это, паук? Понятно, откуда у тебя столько паутины? О, да тут целый террариум. Давай пока обойдемся без питомцев. Они сами меня нашли. Ну ничего. Никогда не была такой красивой. Ты просто отпад. Ну да, вся в отца. Не обращай внимания, он немного странный. Ясно. Вы не понимаете высокую моду? Я думаю, у него это пройдет. А вот и обед для моих любимых. Папа, это тебе, а это для зомби. Фу, я это есть не буду. У тебя нет аппетита? Я бы не отказалась от мозгов. Они закончились. Что? Ты думаешь, я шучу? Извините, в другой раз. Я так и знала. Вечная жизнь, вечный уход за собой.
Вау, какие зубы! Да-да, мои клыки, моя гордость. Странно, что вокруг тебя нет сияния. Я это исправлю. Мне кажется, или пахнет горелым. А, это же я! Мама, я тоже хочу клыки. Детка, ну и запах. Тут понадобится профессиональная помощь. Нам может помочь только доктор Клык. А, не надо, пожалуйста. Ладно, ассистент тоже подойдет. Ну, не стесняйтесь, у вас все получится. Как раз то, что нужно. Ну вот, дорогая, ты готова? А, я это не съем. Придется, если хочешь новые зубы. Ага, совсем другое дело. Так, теперь подточим резцы, шлифовка просто идеально. Вау, я совсем как вампир. Спасибо, мама. Как же печет! Что это с ним? Иди ко мне. Дорогая, я дома! Наконец! Надеюсь, я вчера сохранился. Что? Помнишь, мы договаривались? Никаких игр, пока не сходишь в магазин. Что? Он же бесконечный. И я должен все это купить? Да ты издеваешься надо мной! Хорошо, любовь моя. Я скоро буду. Так, кажется, она не смотрит. Пока, дорогой. Она ничего не заметит. Я пройду только один уровень, обещаю. Думаю, она не против. Эй, что это? Дорогая, это ты? Ты все купил? Оу, я кое-что забыл. Сейчас буду. С днем рождения! Поздравляем! И какой праздник без подарков? Закрой глазки, это сюрприз. Неси скорее. Как я здесь оказалась? А, отпустите! Та-дам! Укусить для тебя. Или, может, лучше сама? Спасибо, пап. С огромной радостью. Сейчас, только допрыгну. Ха, клыки коротковаты. Не смей портить праздник. Или сделаю из тебя торт. Ладно, я пошутила. Ха, держи, детка. Вперед, малышка, пора показать зубки. Это ее первый укус. Как же мило! Спасибо, было вкусно. А теперь тортик. А где свечки? Сейчас организуем. Пожар! Загадала. Надеюсь, оно сбудется. Как хорошо собраться за обедом. Будет обед? Спасите! Малышка, я хочу тебе кое-что показать. Не мешай, я играю. Дорогой. Я знаю, что делать. Ты прав, любимый. Ничего себе. Эй, что там? Не отвлекайся, солнце. Это для взрослых. Ну ладно, покажи ей. Смотри. Ты знала, что можешь превращаться в летучую мышь? Да это проще простого. Просто подпрыгиваешь и... Давай, малышка. У тебя все получится. Выше. Наверное, это не мое. Мы с папой покажем тебе, как это сделать. О, круто! Летите ко мне! Конечно! Давай с нами! Ага! Попался! Больше вы не будете отвлекать меня! Давай, мама, ты тоже! Вот что бывает с летучими мышами! Зомби, открой нас! Пошутили, хватит! Выпусти нас! Знакомься, малышка, это твой новый дом. Ага, его обитатели. Ха, я смотрю, у нас сегодня шведский стол. Не сутулься, так приток крови становится хуже. Деликатес. Ну, куда же ты убегаешь? Пожалуйста, не надо. Я так объелась. Переименую тебя в десерт. Спасибо, мам. Ох уж эти гематогенки. А это еще кто? Милана, это Мэри. Поздоровайся с сестрой. Привет, классно ты. Ты же человек. Не просто человек, а моя приемная дочь. Очень приятно, Мэри. А что? Вампиры славятся своими клыками. Если не хочешь отставать от нас, то вот тебе несколько средств. Отбеливающая паста и особый гаджет. О, я тоже хочу такие зубы. Давай, я тебе помогу. Заполним капу пастой, можешь пробовать. На вкус как куголь. Надеюсь, оно того стоит. Вау, смотри, мама. О, малышка, они тебе очень идут. Попробуй кусить. Ого, твой след от клыков в форме сердечка. Я ничего не пропустила. Ха, крутые клыки, сестричка. Ну что, кажется, мы плохо начали. Я Милана. Ура! А
отрада для материнского сердца. Сработало. Кажется, она ни о чем не догадывается. Мари, а хочешь поиграем вместе? Идем, я покажу игровую. Не отставай. А вот здесь мы можем играть целый день. Заходи, располагайся. А почему все так похоже на тюрьму? Ты наблюдательная. Давай поправлю тебе гольфы. Они тебе не жмут? Как-то подозрительно. Эй, что ты делаешь? Ты же не хочешь пострадать, а так тебя никто не побеспокоит. Опять то же самое. Я буду присматривать за тобой, сестренка. Ты не учла, что детям не место в тюрьме. О, Милана, приветики. Не могу поверить, это то, что я думаю. Мама, ты самая лучшая. Можно попробовать? Боюсь, что нет. Спросишь у Мэри. Что? Опять эта девчонка. Ну и не надо. Пойду в гроб, пока ты его не отдала Мэри. С такими маленькими шагами все кажется куда больше. А где Милана? Детка, что с тобой? Это Милана с тобой сделала? Подойди. Секундочку. Фу, еле дошла. Но мы просто играли. Ладно, не мучайся. Смотри, что я для тебя сделала. Держи. Ничего себе, как круто. А который сейчас час? Ого, нужно поспешить. Берем только самое необходимое. Ну и еще одну игрушку. Дай-ка я посмотрю. Нет, этот комок пыли тебе не нужен. Почка. Без камней. Маринованные пальцы. Ах. Какая гадость. Бэ. Ну и куда я тебя отпущу без пакетика крови? Кошмар. Надеюсь, я уйду до ланча. Это очень вкусно. Поверь. Все, ты готова? Не благодари. Погоди, ты собралась идти в этом? Так не пойдет. Знаю. Спасибо, мама. Не за что, дорогая. Не забудь свою сумку, она тебе понадобится. Хорошего тебе дня. Пока. Буду ждать тебя. Так, что? Уже? Я завалила тест на вампира. Мне влепили двойку. Я все написала, но учительница сказала, что Линкольн не охотился на вампиров. Это не важно. Главное, это уметь пугать. Бойтесь меня. Чуть меньше слюней, дорогая. Хорошо, я покажу. Совсем не сложно, правда? А чем занимаетесь, семейка? Я вам не помешаю? Я поняла. Кажется, я не вовремя. Ну и хорошо. Мэри, вот еще один бьюти-хак. Паутинная маска. Липкая. Да ей впитаться, это для бледности. Я уже похожа на вампира. Знаешь, кое-что можно добавить. Красную помаду? Кое-что лучше. Ох ты, как пружинит. Белый фатин. О, посмотри на этот воротник. Я уверена, он дополнит твой новый образ. Я вампир, бойся меня. Великолепно, ты делаешь успехи. Think about it. Милана. Ну и что ей от меня нужно? Только кровь из меня сосет. Милана, я знаю, что ты там. Выходи. Да сколько можно? Из-за стука не слышно музыку. Так-то лучше. Ха-ха. Время для танцев. Что? Как я могла забыть? Про собственный день рождения. Это же сегодня. Получается, мать зовет меня не чтобы доставать, а для подарков. Так, нужно привести себя в порядок. Все-таки я именинница, знаю. Начну с пилинга. Праздник уже удался. Я бы могла делать это вечно. О, пора смывать. Чувствую себя на 100 лет моложе. С ноготками тоже нужно что-то сделать. Пора испробовать новейший принтер для ногтей. Отлично. Милана, если ты сейчас же не откроешь, то я выломаю крышку гроба. О, кажется, самое время выходить. Выходи! О, я тут, мамочка! За мной! О нет, она не в духе. Сейчас мне точно влетит! Что? С днем рождения! С праздником, доченька! 987 лет, только раз в жизни! Вы помните, как же приятно! Ура! Спасибо, вы лучшая семья! У меня для тебя тоже кое-что есть! Сюрприз! Я знаю, как она тебе нравится! Это и вправду мне? О, Мэри, дайте я вас обниму. Куда же делся мой медвежонок? А, может, он на чердаке? Тедди, ты здесь? Отзовись. Да уж, давненько тут не убирали. О, гадость. Смертная? Ты пожалеешь. Выходи оттуда. Постой, что?
пошли играть со мной. Не спешите, юная леди, есть короткий путь. Как много света! Это наша гостиная. Зачем столько света? А? Что за шум? Я сейчас вызову полицию! Мама, помнишь, мы искали няню? Я ее нашла. Да? Она же только что была тут. Ого! От ваших криков на стену лезть хочется. А, спускайтесь, мам, нам нужно поговорить. Не бойтесь, давайте знакомиться. Я Вэмпи. Нет, думаю, вы не подходите. Но вы даже не знаете, на что я способна. Думаете, другая няня так сможет? И это не рабочей рукой. Вау, это потрясающе! Что скажете? Вы приняты, мисс Вэм. Если вы готовы приступать, то вот список дел, а мне пора. Подождите, это все на один день? Ну ладно, начнем с простого. Чистка зубов. Смотри, особое внимание нужно уделять клыкам. Ого, какие большие клыки! Эй, аккуратнее! Ой, кажется, я порезалась. Няня, помоги! Оу, неловко вышло. Давай наклеим пластырь. Это особый пластырь для вампиров. Вау, у меня такого еще не было. Кажется, вампирских клыков у тебя тоже не было. Давай испытаем этот гаджет. Пробуй. А, прикусить? Так лучше. Ну, с первым пунктом мы справились. А что дальше? Интересно, это навсегда? Вот, следующее – поиграть. Попробуем сыграть в прятки, а? О, Тедди тоже любил в нее играть. 3, 4, 5, я иду искать. Она успела так быстро спрятаться. О, аккуратнее. О, крошка, слазь оттуда немедленно. Подойди ко мне. Ну ладно. Сейчас научу тебя спать по-вампирски. Закрой глаза и скрести руки. Ты? А долго еще? Я не могу так уснуть. Ты уже проснулась? Ладно, а может выключить тебе свет? Так, твоя мама в меня кол вобьет, если мы испачкаем диван. Глубокое дыхание животом. Кажется. Неудобно, я так не могу. Дай подумать, как мне сразу это в голову не пришло. Пошли со мной. А вот и спальня. Слышала про в гробу отоспишься? Вот, попробуй. Я так и буду стоять? Укройся, на чердаке сквозит. О, спасибо. Наконец-то уснула. Эй, только тихо тут. А я побежала к списку. Отлично, можно вычеркивать следующий пункт. А что дальше? Убрать в квартире. Кажется, до меня это тут никто не делал. Какая мерзость. А вот ты мне пригодишься. Какие указания, хозяйка? Рада, что спросила. Убери здесь все. Конечно, моя госпожа, все, что пожелаете. Все готово? Я убрала. Ничего себе. А себя убрать можешь? Да, хозяйка. Какая хорошая девочка. Спасибо тебе. Ты еще спишь? Вставай. Солнце уже зашло. Доброй ночи. О, что? Но я видела такой хороший сон. Давай, Соня, мне нужно кое-что тебе показать. Прыгай за мной. Ну, ладно. Только осторожнее. Дебби, нет. С тобой все в порядке? Что-то в горле застряло. Ты не сильно ушиблась? Давай я тебе помогу. Ну вот, может, у тебя сотрясение? Скажи что-нибудь. Кажется, у меня выпали молочные клыки. О, я, конечно, не зубная фея, но у меня кое-что для тебя есть. Иди сюда. А где они? О, кажется, нашла. Угадай, в какой руке? В правой. Та-дам! Смотри, что я тебе сделала. Класс! Мне очень нравится. А если бы ты сказала в левой, то получила бы это. Ничего себе! Если трясти головой, то они летают. А еще делают так. Ашаш! Правильно? Не совсем. А что у тебя с маникюром? Какой-то он не вампирский. Я знаю, как это исправить. Как тебе черный? Это же мой любимый цвет. Правда? Отлично. А где? Дебби, что произошло? Дебби, время проверить твою вампирскую силу. Вот, держи. Думаю, полтонны достаточно. О, да это проще простого. Я с ней даже танцевать могу. Гиря плохой партнер. Давай я покажу, как превращаться в мышь. Как ты это сделала? Я тоже так хочу.
Проще простого, просто попробуй. Ладно. Ничего себе. Габи, ты куда? Ауч, как больно. Так, не трогай. Может стать только хуже. Я сейчас тебе помогу. Помнишь нашего друга? Наклеим прямо на нос. Теперь ты Е-вампир. Наверное, выглядит очень глупо. Ух ты, я невидимка. Спасибо, Вэмп.